Константин у нас лидер, очень компетентный, очень энерго такой, знаете, емкая личность, очень интересная, очень компетентная. Это не первая компания, которую он приносил на рынок, у него он лидер вообще в сетевом маркетинге, думаю, два слова скажет. Ну и мы с Николаем, многие нас знают, тоже как бы не первый день, так сказать, замужем. И если мы беремся, то результат у нас будет 100%. Все, я передаю слово Константину, закрываю свой микрофончик, и мы слушаем нашего спонсора. Пожалуйста, Константин. Да, здравствуйте. Ну, вы меня уже так представили, что меня уже даже не знаю, что сказать от скромности. Вот, окей. Ну, проект очень интересный, я думаю, уже тоже Ольга уже про него сказала, поэтому мне даже уже добавить, в принципе, нечего. Сам продукт очень интересный, в первую очередь, компания онлайн-бронирование. Это одно из самых перспективных направлений вообще в мире бизнеса и финансов. Я всегда это повторяю. Вот. И мало того, даже не то, что просто онлайн-бронирование и туризм в том прямом смысле, как мы привыкли, а это и деловой туризм, в первую очередь. Он даже больше сейчас интересен огромному количеству людей, чем просто там отдых. Да, вот, и деловой туризм, и поездки к родственникам, друзьям, знакомым, и просто отдохнуть, и просто посмотреть, не обязательно там, я не знаю, Турция, Египет, одно направление, и все, как вот многие привыкли. Поэтому это онлайн-бронирование очень перспективное направление, оно все больше и больше растет во всем мире, все больше набирает огромные обороты, но и так миллиарды товарооборота в мире, а еще плюс интернет, плюс мы сами можем заказывать себе, сами формировать, сами в любой момент из любой точки мира зайти и заказать что-нибудь себе, поездку сформировать, путешествие, там, я не знаю, ехать друзьям в командировку и так дальше, все это мы можем благодаря нашим площадкам. Я так понял, надо показать буквально несколько слов о продукте, да, я перейду туда прямо. Да, да, Константин, да, переходи к открытию экрана и покажи это все, чтобы люди... Да, я сейчас покажу, да, я сейчас покажу. Так, я открываю экран, тогда демонстрация экрана. Вот, видно сейчас экран? Да, да, все видно. Ага, отлично. Вот, значит, смотрите, у нас тут, я уже открыл, у нас 12 площадок, пока я говорил, у нас 12 площадок здесь. Они созданы для разных регионов, в принципе. Вот это вот, например, вот эта площадка, она вьетнамская, это для Вьетнама. Вот этот регион, поэтому она у них только открывается. А вот эти основные, они, в принципе, работают, и многие их знают. Вот это две первые площадки, это две разработка именно самой компании API Travels. То есть это их личная площадка, и только для партнеров компании API Travels она доступна. Особенно вот эта вторая, когда мы здесь кликаем, нам надо вводить здесь логин и пароль. Вот, перейти на сайт путешествий, мы здесь переходим. Здесь надо будет ввести логин и пароль. Я сейчас введу, например, да. Сейчас мы зайдем сюда, да. Я сейчас покажу просто 3-4-5. Это не мой аккаунт, я просто показываю здесь, потому что у меня был открыт партнер аккаунт. Вот, и здесь отличные путешествия для, ну, отличные, самые, может, можно сказать, максимальные скидки для путешествий по отелям, для отелей. Вот здесь всегда лучше всего это для себя найти, там, я не знаю, отель, который вам необходим. Вот любой город здесь набирать, Париж, не знаю, Берлин, Будапешт, Вроцлав, там что-нибудь, центр Рима, Краков, не знаю, Тбилиси, Москва, Киев, там все, что хотите. Вот у меня тут Урюпинск, Волгоградская область стоит, это как... Я просто хотел показать, что даже в Урюпинске можно найти отель. Вот я вот тут сейчас покажу, не знаю, там любое число выберем, там месяц тоже выберем, там, не знаю, январь, пусть будет, да, вот. А, вот сейчас нету почему-то. А у меня был отель сейчас по Урюпинске. Видно, на это числе нету. Январь. Но я вот показывал здесь просто, что можно найти даже в Урюпинске отель. Ага, больше 30 ночей не может быть. Сейчас август, среда. Сейчас четверг. Август тоже возьмем. Август. Двое взрослых в одном номере. Так, не, Урюпинск что-то сейчас не находит. Давайте еще раз попробуем. Так, среда, август, пятница, август. А, не-не-не, вот. Стоп. О, отель Урюпинск. Вот, Волгоградская область, Россия. Вот.
Правда, в Урюпинске нашел только один отель. А так, в принципе, если брать любой крупный город, вот сейчас какой хотите, мы сейчас можем назвать и поставить, то огромное количество здесь отелей будет нам выбираться. Я не знаю, возьму Варшаву, например, да? А вот, и пошло. Вот как мы видим, цена приблизительно средняя. Вот где-то, если сейчас взять Booking.com, то приблизительно будет вот эта цена красненькая. И вот реальная цена, которую даем мы. 167, 234. Вот вы видите разницу. То же самое, 197, 154. У меня есть на эту тему ролик. Я просто сейчас за неимением времени не буду занимать время много. У меня есть на эту тему ролик. Я там прямо напрямую сразу сравниваю, например, с Booking.com. Да, самым популярным поисковиком в мире, в который заходит 600 миллионов человек в день. Заходит. Представляете, какие-то масштабы бизнеса. 600 миллионов человек в день заходит только на поисковик Booking.com. Вот разница. Вот, Полония Палас, например, да, вот отель 4 звезды, 222-176, вот приблизительно 222 будет на Booking.com, да. И вот так дальше, и так дальше, и так дальше, вот вы видите здесь скидки, 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 то есть, например, даже если клиент заходит к нам в бизнес, а вход для клиента $35, то эти $35 он даже за одну ночь уже сэкономит. Он уже отобьет свои деньги, а дальше он уже, в принципе, будет пользоваться нашими площадками с прибылью. Это не считая маркетинг-плана, не считая тех поинтов, которые мы получаем в компании. Это просто вот как даже для клиента, как пользоваться. Да? Вот. А если вы хотите партнера еще плюс для этого зарабатывать, участвовать в маркетинг-плане, и еще плюс зарабатывать поинты, которые вы сможете использовать потом для путешествий, естественно, это все еще плюс. Ну, как видите. Вот. Вот это, например, я просто взял сейчас к примеру Варшаву. Вот это для отелей я лучше всего использовать для отелей. Дальше для авиаперелетов. Все меня спрашивают авиаперелеты. Авиаперелеты – это две площадки лучше всего. Skyscanner и Momondo – это самые такие популярные площадки, в которых есть, в которых вы можете найти любой авиаперелет. Вот, допустим, тоже сейчас покажу. Там вот Краков я себе смотрел, да. Я не знаю, возьмем Краков, Лондон, допустим. Но это уже все знают, поэтому тут, в принципе, тут ничего сложного такого нет. Выбираем даты, там ищем. Вы видите, здесь показывают дни, какие самые минимальные цены могут быть. Вот, например, тут вот понедельник, там вторник, минимальные, это самые высокие цены. Но на этот день там цена, вот это самые высокие будут дни и так дальше. Вот. Но тут дело даже не в поисках самолетов, вот, потому что, в принципе, и здесь цены, ну, авиаперелеты, они не дают какие-то скидки, поэтому здесь тоже вы не найдете каких-то глобальных скидок, вы просто на авиаперелеты найдете максимально минимальные цены. Но если вы будете зарабатывать поинты в нашей компании, вы можете их использовать для того, чтобы оплатить полностью бесплатно. Вот я сейчас в ближайшее время, кстати, хочу сделать ролик, потому что у меня там накопились поинты как раз на авиаперелет на 3 человек. Вот, я хочу их использовать, мне как раз надо будет с Милана там лететь, тоже по делам, в Варшаву. Вот, я не знаю, или в Варшаву, или в Краков, я еще подберу просто. Вот, мне надо будет лететь, и я обязательно этот ролик сделаю и покажу, как компания оплачивает нам авиаперелеты, то есть за счет того, что мы их заработали, эти поинты в компании. А вот это, вот как вы видите, Vintage to Go, вот это для 82% скидки, это на круиз. Это площадка, где вы можете получать скидки с 82% скидкой. Вот, с экономки до 82% на круизах на последние минуты. То есть это сервис распродажи горячих круизных этих путевок, так скажем, да? Горячих круизных путев. И здесь можно себе, выбираем себе тут, вот как вы видите, да, круизы, семейные круизы, там групповые круизы, особые потребности, то есть для инвалидов, например, там свадебные круизы, международные круизы, инаугурационные круизы, то есть разные типы вы себе можете выбирать, тут требования по возрасту, вот и так дальше. То есть тут надо просто посидеть, покопаться, полазить, и тоже можно найти здесь возможность покупать себе круизы с 80% скидкой вот на этой площадке. Вот. Мало того, еще компания планирует добавлять новые площадки.
вот, которые мы будем использовать. Потому что очень многие у нас партнеры просят туры, чтобы должны быть туры. Вот, поэтому как бы вот, вот здесь. Вот, тоже я надеюсь, что будут еще новые площадки, и компания же дальше разрабатывает еще новые сервисы для использования, вот, для путешествий, для наших партнеров. Поэтому вот так можно будет использовать. Вот, вот, в принципе, и все. Вот это кратенько о самом продукте. Вот, когда мы нажимаем, тут партнеры API Travel, заходим сюда, вот здесь они все эти продукты есть. У меня есть на эту тему ролики, поэтому вы сразу уже можете перейти ролики на свой канал, записать, сбросить, и можете уже давать кандидатам и партнерам для использования. Вот, для того, чтобы они смотрели, да. Да, есть ролик у нас, и мы даем на лендинге. Да, спасибо большое, Константин. Друзья, может, давайте вопросы какие-то Константину пока что. Вот он с нами, еще вы хотите задать, он раскроет что-то. Видите, у меня русский. Я просто показываю, даже не было русский у меня. Да, все в хроме переводится. Константин, у меня еще такой момент. Скажи, пожалуйста, пару слов, вот как сейчас развивается команда на русскоязычном рынке. Сколько вообще человек вошло, за какое время? То есть вот какие-то цифры назови, пожалуйста. Ну, мы буквально с мая месяца начали работать, поэтому я бы не сказал, чтобы мы уже охватили весь рынок. Тут еще работы, наверное, еще на целый год минимум, да, но учитывая скорость интернета и как быстро развивается наш бизнес, вот, понятно, что это уже там не несколько лет, как раньше, но в любом случае еще тут целый год минимум активной работы, чтобы охватить полностью рынок. Вот. Ну, я вот вчера где-то смотрел, там в команде где-то у меня сейчас около 3000 человек. Вот. Я бы не сказал, что это много, я считаю, что это еще, это только самое начало, это мизер. Вот. Поэтому Россия активно начала работать. Вот. Остальные страны еще пока еще не раскачались, да и Россия еще там только регионами. Так вот, где лидер появился, там вокруг него и как раз работает. Вот. Но все равно мы очень активно сейчас работаем, поэтому идет как раз самое начало, самые первые шаги экспоненциального роста. Вот. Вот это моя задача, вывести нашу компанию на экспоненциальный рост, чтобы шло на наших рынках, я имею в виду, чтобы был большой, большой такой бум и быстрый рост для всех партнеров, и те, которые приходят сюда в этот период времени как раз в нашу компанию, они попадают под этот рост и вместе с компанией, даже еще, может, не прикладывая тех огромных усилий, которые их надо, в принципе, в этом бизнесе прикладывать, а просто попадают, как говорится, под волну и зарабатывают хорошие деньги, и получается хороший результат у нас всех. Вот, поэтому мы должны с вами как раз это сейчас и создать. Вот, хотя там, понятно, летний период времени, понятно, чемпионат мира, все смотрят. Вот, но в любом случае, сейчас как раз самый лучший период заложить фундамент для хорошего бизнеса, который осенью еще принесет еще больше огромные прибыли, потому что осенью всегда такая пора MLM бизнеса, и огромное количество людей присоединяется в наш бизнес. Вот, тем более я вот сам, Польша еще абсолютно, Германия тоже, вот вы говорите, в Германии там в основном работают русскоязычные, надо подключить пару немцев. Вот я сейчас, у меня сейчас лидер подключается с Румынии, надеюсь, румынский рынок откроет. Сейчас польский лидер должен подключаться, тоже надеюсь, откроет, потому что я, в принципе, живу в Польше постоянно, это я сейчас вынужден по семейным делам быть. Вот. А так я, в принципе, в Польше, то я надеюсь, сейчас у меня и Польша заработает. Поэтому у нас все впереди, Европа практически, и рынок СНГ, он пустой. Поэтому нам надо его охватить. Французы очень активно работают, и испанцы в Европе. Ну, и американцы в Америке. Вот. И китайцы в Китае. Вот в таком плане. Поэтому давайте вместе будем как раз и создавать этот бизнес. Да, это точно, да. Как бы это все мотивирует, команда растет, чеки растут, компания новенькая, свеженькая совсем. Константин, еще пару слов я попрошу тебя о, вот, донеси концепцию VIP-матрицы, вот этой, которая появилась буквально совсем несколько дней. Да, вот. Ага, вот, я сейчас на Alexa.com, да. Видите, вот специально набрал. Вот, смотрите, видите, вот на Alexa.com я специально набрал API Travels. Вот вы видите, и вот результаты, кстати, меня уже радует. Вот Штаты на первом месте, а мы уже Россию вот вывели на второе место вот здесь.
Испания, ну, мы вот вместе постоянно вот сейчас, вот Испания, потому что испанцы работают на латиноамериканские страны очень много, и в самой Испании, и мы вот, вот здесь сейчас. Видите, ну, это только Россия, Казахстан, Украина, тут, тут тишина тоже. Польша, Германия тоже. Ну, пока. Что самое интересное, когда мы зашли, мы еще так активно тоже не работали с Николаем, России не было в этом списке. Да, вот за нет, то время, пока мы тут, мало того, что она появилась, она уже на второе место поднялась. Вот да. Это наши бамбуля. А когда мы зашли с Дайной, нас было всего два человека русскоязычных, сами понимаете. Вот, то есть, что значит активно поработать, вот, и грамотно поработать? Так, окей, смотрите, Нидерланды маленькая страна, она здесь очень активно тоже работает. Так, насчет, насчет нового VIP-бонуса. Это специально создан бонус для всех, в принципе, потому что входит там минимальный 35 евро, ой, 35 долларов всего лишь, и человек уже получает доступ ко всем площадкам и может пользоваться. Мало того, если он там привлечет хотя бы таких же 4 клиентов, то он еще и плюс для этого будет получать как бы бонусную программу. Мы не называем это бизнес, потому что это всего лишь там 4 человека привлекли тоже клиентов по 35 долларов, и ты уже получаешь бонусы, там, во-первых, в виде вознаграждения, еще там будут тебе поинты накапливаться какие-то, и ты сможешь их использовать. Но в основном это деньги, в первую очередь, естественно, по маркетинг-плану. Вот, но все равно там хорошие деньги, там можно выйти до 2300 долларов в месяц, в принципе, пригласив только 4 человек по 35 долларов и став в систему. Вот, это первый вариант. Вот, и во-вторых, он создан еще для новый бонус, имеется в виду, создан для того, чтобы лидеры имели пассивный доход, потому что многие лидеры сюда приходят в компанию, говорят, а у нас пассивного дохода нет, мы бы хотели пассивный доход, вот чтобы постоянно, чтобы где-то сидеть на Мальдивах, а деньги капали. Вот, без проблем. И третье, он выравнивает все структуры, он их правильно строит, структуризирует, и команды компании, ну, команды у всех выравниваются, как бы в одной нет никаких перекосов, нет, там кто-то вылез, кто-то там залез, у кого-то ветка пошла одна, а другие там не работают или еще что-то, вот оно так выравнивает, и как раз все становится структурно. Поэтому очень хороший бонус, там есть и VIP-2 продолжения, там уже помощнее, мы его пока еще просто не трогаем, пока еще не запускаем, потому что еще только самое начало, еще люди вот, вот только начали работать здесь. Вот, и это будет слишком за много уже, слишком большой выбор тоже не всегда хорошо. Вот, поэтому пока работаем, поэтому по VIP-1 35 долларов всего лишь человек зашел, заплатил и получает пользу, а если привел 4 партнеров, то это уже как бонусная программа. Получает еще очень хорошие бонусы, потому что мы везде позиционируем, наш бизнес – это дополнительный доход к любому бизнесу, которым, каким бы бизнесом вы ни занимались, или какой-то работе, если вы, например, где-то работаете, вот, или там чем-то другим занимаетесь, вот. Поэтому это как шикарный, идеальный дополнительный доход при работе несколько часов там, в день, вот, а может даже меньше. Угу, да, спасибо большое, Константин. Есть вопросы, друзья, к Константину? Хорошо. Я очень благодарю тебя, Константин, что ты пришел к нам. Спасибо. Запись мы сделали, будет у нас очень хороший ролик. Хотелось бы единственное, что, может быть, каких результатов уже, как долго вообще этот проект работает на нашем русскоязычном постер-пространстве, и каких результатов уже могли достичь лидеры за этот период времени? Смотрите, я уже говорил, с мая месяца компания работает вот, на русскоязычном пространстве, и огромное количество людей уже заработали деньги. Тут в том-то и дело, что тут практически зарабатывают все. Маркетинг очень построен, очень грамотно. Вот, он в принципе, то есть зарабатывают. Вот почему здесь огромное количество людей все постоянно присоединяется сюда? Потому что многие зарабатывают. Если в других MLM-компаниях они приходили, они не успевали заработать или не могли как-то заработать, то здесь они в любом случае, по крайней мере, возвращают свои деньги с прибылью.
Понимаете, и это тоже большой плюс для партнера. Поэтому здесь, как и вот делали запись президента буквально пару дней назад, он так и сказал, что говорит, что у нас маркетинг рассчитан на то, что здесь зарабатывают все. Мало того, даже активация следующих пакетов, намеренно маркетинг сделан так, чтобы вы их уже не со своего кармана платили, как у нас обычно в MLM-компаниях, ежемесячную активность, и люди начинают вытаскивать там свои деньги, что придумывать, чтобы платить, вот, а оплачивает партнер уже со своих заработанных денег. То есть человек зашел один раз, заплатил как дополнительный доход, да, используется площадкой, пользуется нашим продуктом, и плюс еще начинает постоянно зарабатывать, постоянно, и там делает периодически какой-то реинвест, докупая еще дополнительные пакеты, если ему это интересно, если он понимает, что он может дальше больше заработать. Вот, поэтому суть вот этого маркетинга в первую очередь. Вот. И поэтому я сейчас даже хочу ролик сделать, я сделаю специально в понедельник, что тренинг на эту тему. Мы сделаем отзывы огромные, и уже сейчас огромное количество людей показывает, сколько они заработали, вот, поэтому так много людей присоединяется к нам. Но я уверен, еще будет больше отзывов на эту тему. Вот. Ну, я не видела, люди хотят цифры, а я клинюсь немножко, извини, Константин. Видела их чеки, просто и вот для примера. Я видела чеки, люди зарабатывают по 5000 долларов за месяц, у некоторых месяца нет еще, но уже у них начислено, то есть заработано и, выведено, потому что тут мгновенные выводы, 5000, даже больше. Вот скажу для сравнения, когда мы заходим в новую компанию, у нас вдвоем с Николаем получается 5000 в первый месяц, вдвоем. Тут люди работали, то есть, ну как, на одном аккаунте, вот лидеры, вот я думаю, мне Константин не даст соврать и скажет, назовет хотя бы какие-то цифры, я лично видела, показывали, по 5000 и больше, месяца еще нет. Вот такие вот чеки, да? Я права, Константин? Да. Я не говорю, что там уже заоблачные чеки, что у нас уже тут по 100 тысяч, там по 40 тысяч, там или по 30 тысяч. Вот. Нет, но именно как раз по 5-6 тысяч практически очень многих партнеров, которые уже заработали за вот этот, за май месяц, можно сказать. Май и июнь, да. Абсолютно правильно. У меня партнеры, даже я, вот даже могу сейчас позвонить любому, они откроют вам бэк-офис и покажут эти цифры. И мало того, я вам так скажу, я когда зашел в эту компанию, вообще ничего не делал. Первые, у меня даже есть ролик, там первых три дня я только формировал ролики, я никого не пригласил только одного партнера. А он уже начал работать за этот период времени. Я это тоже вот отзыв сделаю обязательно. Вот. И мне уже $900 упало. Я еще тогда сразу записал ролик, как вывести эти $900, показывал, что моментальный вывод. То есть я сегодня их заработал, сегодня же поставил на вывод, и практически сегодня же я их получил. Ну, там просто я вечером поставил на вывод, я даже не ожидал, что они так быстро придут. И уже утром записал ролик, когда проснулся, смотрю, они уже у меня на моем счету. Видно, ночью где-то пришли, да, пока я спал. Вот. Ну вот так как-то. Ну, отлично, это, друзья, замечательно, понимаете, когда человек начинает зарабатывать на старте, даже вот пригласив одного человека, ну, тут как бы наша активность всего лишь, то есть наша вот, когда мы с потрохами со всей головой ныряем, заныриваем, результаты сразу, то есть деньги сразу. Вот. Да, ну, сразу. Это показательно очень, очень показательно. И что нам сидеть ждать, ну, когда рынок вот так вот быстро очень входит в курс. Кого я вот сама начинаю приглашать, я вас всех пригласила, я других людей. Мне знаете, сколько людей уже написало? Да, Ольга, спасибо, но я уже там. То есть вот день, два, три я прозевала. То есть вот что значит не медлить на старте. Да, это очень важно. Первый рывок, он всегда очень важен. Наверное, в любом бизнесе, не только в нашем бизнесе, а и в традиционном бизнесе, первый рывок играет большую роль. Как мы рванем, как мы стартанем, как мы о себе заявим, вот, как мы быстро среагируем на полученную информацию, от этого зависит, да, это все правильно, очень много. Ну, я думаю, что вопросов уже больше нет, мы уже 40 минут, ну, чуть меньше полчаса, сделаем хороший ролик с этого всего, будем использовать. И скажу только одно, что я думаю, Константин будет не против, добавляйтесь к нему, просто там оговаривайте, что вы наша команда, и к нам. То есть к нам вообще в любое время дня и суток, пожалуйста, дергайте нас,
присоединяйте, используйте как спонсором. Мы очень легкие на подъем для деятельности, для работы. И давайте создавать вместе, так сказать, этот бизнес, потому что он интересный, он очень интересный. Вот, если нет вопросов, то давайте на этом заканчивать. Всем огромное спасибо. Мы уже на связи, работаем. Спасибо большое, Константин, и тебе. Да, спасибо. Спасибо. Это легкий, простой бизнес. Вот, и здесь не надо заморачиваться особо. Просто пользуемся продуктом, а любой человек пользуется хотя бы 2-3 раза в год минимум. Мало того, не надо тут заморачиваться с какими-то доставками, с логистикой. Нет физического продукта, поэтому его легко продавать. Его можно продавать со своего смартфона за 2 секунды, встретив своего знакомого друга прямо на улице где-нибудь и так дальше. Вот. И плюс мы всегда говорим, что это идеальный дополнительный доход к любому бизнесу, каким бы бизнесом вы ни занимались. Поэтому вы можете работать на работе, я не знаю, ездить по своим делам, заниматься своими делами, плюс дополнительно здесь очень хорошо себе зарабатывать. Спасибо. Спасибо большое, Константин. Всем, друзья, спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Спасибо.